Хейо, гайс, шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Bloodstained. Окей, мы с вами сказали, что нам нужно. Да, я хочу пытаюсь. Подожди. Бабка хочет какой-то напиток. Дед, кукурузная хлебка. Мне нужен хлеб. Как создать хлеб? А вот он, хлеб. Галит. Мука. Окей, погнали за галитом и мукой. What are you looking to buy? Мука. Is this thank you? Is this when we have a deal? Is this any thank? Is thank you? Is this any thanks? Мука. Кристалл. Лимонад. А, теперь типа все то, что я пробовал, сразу здесь продается. Ничего себе. Лекарство, что рассеивает все недуги. Ясно. Thank you. Ясно, понял. Ладно, отправляемся. Сразу забежим к бабке. Ну, женщине той. Отдадим ей фарточек. How are you? Get... А, ей крылья летучей мыши нужны. А вот это могут быть проблемы. Потому что такого у меня как бы нема. Крылья летучей мыши. Ишь ты. Как будто я знаю, какие они тебе нужны, эти. Хочешь? Вот, малая тесья. И нужны же другие крылья, так ведь? Мафрит. Живет. Нету. Нету. Нема. Все. Что ты, картоху вырос? Картоха. Давай, херячь рис теперь. Побежали. Сейчас быстренько с вами зайдем наверх. Тэпнемся в нужное местечко. Я не знаю, как типа книги больше получать. Больше книг. Так. Сейчас я сюда тэпнусь. Подождите. Там я пройти не могу. Мне нужно сюда. И давайте, наверное, чисто в дальний левый угол. Чисто в дальний левый. Потому что здесь в основном телепорт, но он на спуск вниз идет. Рассчитан. А вниз... А хотя... Здесь такой сейчас пиздец начнется, что я не удивлен буду. Как мне мешок забрать? Забери мешочек, пожалуйста. Я знаю, тут как-то автоматически собирать. О. Здравствуйте. Хлыст. Так. Оставляющий за собой огненный след. Так, демон новый. Архивы. Ну... Зепар. Демон-рыцарь с копьем в алой броне. Нет. Вернее. Вэп.
Да, урон большой. Сильная. Плюс деньги. Русталь. Сейчас бы еще отлететь. Демонов убито. Противоядие. Тихо, тихо, малыш. Я понимаю, ты жесткий. Ты жесткий дракоша. Чё по кристаллу? Против колющих. Повышает сопротивление колющих атак. Так, еще осталось одного. Работать. Так, погнали наверх. Пока он превращается, нужно текать. Вот это, если бы меня сейчас убило, было бы немного позорно. Возвращаемся. Я сейчас сразу сдам задание на этот. Хотя, да, лучше сразу дать. Нужно за сундуком где сбегать. Пойду через дракона. Типа, как я наверх поднялся? Да, типа сюда, в телепорт. Так я типа сейчас и обратно вернусь, по-быстрому. Мадам. Хрустал. Жалко, что за это мне статут за это не повышает. Что я типа помогаю. Так, окей. Почти косарь у нас хп. Ну, почти, как говорится, это не почти. Бля, я не знаю, по сути, с каждым уровнем у нас должно по урон немного прибавляться. Ну, что-то он как-то вообще так медленно что собирается. Так. Так, сейчас, короче, просто бежим. Бежим. Всё, бежим. Здесь я не побежал, потому что меня здесь этот прикрыл. Демон летающий. Давай, закали его.
Да, дал ты ему просраться. Зараз. О! Емкость. Что значит емкость? Что подразумевается под словом емкость? Так, давай с помощью осколка телепорта. Вот. Теперь идем просто в ту сторону. О, о, здравствуйте. Хорошо. Это не очень хорошо. Тихо, мешочек. Мешочек. Так, осколок меняем на мясорубку. Ладно, хотя бы яд не такой сильный. Отстань ты от меня. Демон проклятущий. Странный проклятущий демон. Го наверх. Потом вниз. Главное еще не отлететь от этого всего. Повезло. Повезло. Пронесло. Нет, вниз. Привет. Так, серьезная рана. Делите при ребучей ударе в много ока. Типа прием я просто получил. Стоп, я ничего не пропустил? Нет, сейчас значит идем. Вот я пропустил. Ладно, потом через телепорт туда отправлюсь. Ладно, сохранимся. Что там? Все-таки упустил. Я таки что туда я упустил. Пока не будем подниматься, что стенка. Чего? Ладно, наверх. Ух ты. Прикольно сделано. Наверх. Я не могу пройти через этот кристалл. Босс. Еще с богом. И кто же это наш? Так зашел повидаться.
Мириам, ты что здесь делаешь? Могу задать тебе тот же вопрос. Я велел вам уходить отсюда. Я не могу. Я дал Джебе слово и собираюсь его сдержать. Что ж, пещера предназначена не для тебя, но мы достаточно далеко от замка. Если она сможет удержать тебя здесь, прощай, Мириам. Пес он зарался. Тихо. Что-то я хп своими увидел немного. Куда на ты убегаешь? Ты понимаешь, что ты просто бегаешь по кругу? Изи. Твоя сила еще больше, чем я предполагал. Мне нужно вернуть книгу. Этому не бывать. Я сделаю все для этого. Я слишком долго ждал этого шанса. Нашел последнего шанса. Он телепортнулся? Серьезно? Классно. Так, ну, в принципе, я могу пойти сохраниться. Я, в принципе, это и сделаю. Блин, а нужно было тогда еще сделать себе эти хпшки. У меня почему-то их только 4 было. Это плохо. А, у меня, в принципе, у меня есть там пицца, которая даже лучше хилит, чем этот. На самом деле, мне нужно будет уточнить насчет кольца. Кольцо именно больше хилит, когда я использую... Что? Погружение. Вы тонете в воде, что позволяет вам использовать... Исследовать. Опа, вот это сейчас будет, ребят, то, о чем я вам говорил. Сейчас мы будем с вами сундуки лутать. Сейчас мы будем с вами лутать сундуки. А я вижу, луна то немного двигается. Вообще задел. Все равно. Нет, все равно. Я иду все равно в телепорт. Точно. Забыл, сори.
чё, херела тварь? Вот, вот это место я забыл. Типа лягушка. Инвентарь. Противоядие. Потом наверх пойдем. Типа вы меня сейчас, да, предлагаете, я понял. Они меня сейчас предлагают идти наверх. Хорошо, плюс мана. Мне ж она так нужна. Ладно, если еще у меня есть осколок телепорта, поэтому. Если вдруг зажмут, так сказать. Тихо. Помоги, убей его! Видишь, он дышит на меня. Скажи ему, что нельзя дышать на меня. Он дышит, дышит. Ай. Знаете, он меня ударил. Подлюка. Привет. Легче его так убить. Хрусталь. Потом нужно будет кольцо урона одеть. Ну типа, чем я больше карту открываю, тем у меня больше урона. Осколки. Там что-то есть. О, да, там есть место, куда можно попасть. О, изи. Мощные пули. Максимум хп. Плюс хпшка. А теперь можно идти дальше. Не боюсь за хп. Садос. Чок. О, конечно, осколок. Ой, ты ж ё! Архивы. Демоны. Вулша. Милая девушка, которая обожает убивать. Эмми. Пламя разорвано темной силами. Алуцер. Подобное льву демоны с глазами, горящие адским пламенем. Ископаемый.
Драконий кость, ожившая темной магией. Рокки. Возвращенный из мира мертвых голова пса, пропавшего в замке. Зеппер. Скромно Альфред. Деда Бороды алхимик, который участвовал в ритуале призыва демонов. Стеночка рушится. Максимумом. Пиздец. Он еще и попал. Так, осколки мясник, отражайка. Тяжеленное кольцо. Осколки. Псорубка. Снаряжение. Утяжеленное кольцо. Тяжелое кольцо увеличит. Так, получаемый вами опыт. Такой себе. Поезд скорости. Старый поезд, заставляющий носителя его бегать. Повышай скорость движения. А ну-ка. Ой, че не посрать, честно. А, я думал, как тогда, что типа там посрать, получишь урон. Так, ладно, там переход в next локацию. Поэтому возвращаемся сюда, к дракону. Пойдемся вниз. Стена? Да, стена. Привет. Сундук. Шляпа путника. Снаряжение. Шляпа путника. Широковая. Так. Широкополая шляпа для дальних путешествий. Плюс урон. Плюс урон — это хорошо. Опа. Усиление тел, повышает тело. Знаете, с нашими волосами ей довольно подходит. Интересно, что это за место будет. Если верить карте, я иду там, где что-то. Снова какие-то пещеры. Ух ты ж, ё, давайте прямо. Ладно, сюда мне не попасть пока что. Go!
пока что не попасть. Да, ладно, я лучше здесь спущусь вниз. Шарфи. Снаряжение. Так, шарф с загадочным атмосферой. Атмосферой. И, типа интеллект плюс. Плюс защита. Да, плюс урон хороший. Ну, новый демон. Так, Макарон. Возвращенный из мира мертвых кошка, которая пропала в замке, а теперь озлобилась на весь мир. Лучшее блюдо, рецепт. Мне легче так, так его достать. Понимаете, просто мне еще потом обратно бежать. Чем фигня. О, так тут тупик. Стальная молния. Ясно. Стральная. Стальная молния. Так, чудесный большой меч, в котором полна молнии и передал свою силу. А ну-ка. Ну, блин, он тяжелый. Типа, такой же тяжелый у меня есть вот этот. Плюс 2. Плюс 4, блин, я не знаю, в принципе, можно его одеть. Ну, наверное, там, типа, съедаемый предмет имеется в виду. А, нет, он таки. Падла мне тоже урон наносит. Какой-никакой, но урон. Так, туда мне не попасть. Походу, все-таки здесь, может, мне дадут полет. О котором я так часто говорю. Что тут, а тут ничего. Мне нужна сохранялка. Либо телепорт. Телепорт. Чтобы я мог уже закончить. А знаете, у меня все равно тогда вопрос такой остается. Куда мне теперь идти? Потому. Ну, блин, да, у нас ключ остался, подождите. Ну, в принципе, теперь с помощью ключа мы куда-то да можем так с вами дойти. Ладно. Идем этот сдавать. Быстренько сдам. О, рис вырос. Так. Выращивай, выращивай. У нее больше зданий никаких таких нету, да? Ух ты, Мита будет, Сифа. Жесть. А кто где-то там еще? Сифа, Сифа, сестра. Ну, я их, блин, уже поубивал. Навряд ли оттуда уже вернусь. Ты это понимаешь? Надеюсь, да. Так, хилки давайте. А, у меня фул. Создаем. Come back if things start. Хорошо. Так, снова идем. Мне кажется, вот сейчас нужен момент, когда кольцо заюзать. Even though even
What? А, but это вряд ли, я слышал, он так научился летать. Что? Вот он, прислал сообщение в раскаленных пещерах ищет странного демона. Странного демона? И это все? Он говорит, что видел демона, падающего вверх. Не совсем понимаю, но кажется, стоит поискать этого демона. Согласна. Я могу еще чем-нибудь тебе помочь? Это демон, которого я буду, конечно же, гуглить. Is this right? Thank you. Thank you. Мы чисто экономим с вами, понимаете, деньги. Ну все и это, вот это. Hi, Miriam. What are we transmuting this time? Давай, создавай. I'll go with this. Я могу, в принципе, пойти сейчас. Well done. Come back. Этих. Мыши нафармить дохи. Ходя, подождите, мне нужны кости. А почему я не юзу этот? Вы мне лучше скажите. Надеюсь, вы поняли, о чем я, конечно же, нет. Потому что я и сам не понял, о чем я. Я имел в виду, почему я кольцо алхимика не заюзал. Типа, чтобы нам шанс был на двойной дроп. Ладно, короче, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.